Ну, чё смотрим-то? Давайте, ребят, лайки ставим, а также подписываемся на канал. На видос зашел, лайк должен, все справедливо. Так что, ребята, давайте мы наберем 2000 лайков, и если мы их наберем, то я голый пробежусь по всей стране. Ладно. То я сниму продолжение этой рубрики. Так что ставьте лайк, и мы начинаем. К вашему вниманию, Кент ПК на проводе, это я, Кент ПК, представляю замечательную игрушку под названием Los Angeles Crimes. Ребят, как только я в нее захожу, сразу можно выбрать персонажа. Давайте я выберу персонажа максимально похожего на себя. О, это я, пацаны, это я, смотрите, видите? У меня просто тут искусственные волосы, ну вы поняли, да? Маечка, как у меня, да? Это я. О, а вот это я, когда пришла зарплата с партнерки. Так, и давайте я себе выберу головной убор. Так, это не подходит. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не. Так. О, ребят, как раз про меня. Я же снимаю игрушки для квадратноголовых, но вы сами так пишете в комментариях. Вот, ребят, как раз я прям вообще красавчик, можно идти на выпускной вечер. Так, ребят, давайте играть дальше. Дальше я могу себе выбрать или онлайн режим, или офлайн. Но на онлайн режим я по непонятным причинам зайти не могу. То есть я нажимаю кнопочку Join, но ничего не происходит. По всей видимости, я, ребят, сильно крутой для этих режимов, потому что я захожу, но оно не заходит. Поэтому, ребята, я буду играть один. Увы, ах, буду играть сам с собой. Так, ребят, давайте выберем подходящую карту. То есть тут есть большой, в принципе, список карт. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, как большой. Если вы умеете считать до пяти, то большой, а так, в принципе, маленький. И вот она, наша сама игра. Ребят, вы только посмотрите, это наш главный персонаж. Вы только посмотрите, как он ходит. Ну, в принципе, на этом плюсы игры заканчиваются. Потому что, кроме того, как он ходит, больше ничего в игре нету. Ха-ха. Ладно, шучу, ребят. Я шутник, если я шучу плохо, ставьте плюсик в комментарии. Так, ладно, проехали, идемте дальше. Вы меня спросите, мол, Кент ПК, а в этой игре есть миссии или есть еще что-то, ребят? Нет, тут ничего нету, но зато тут есть танцы, ребят, танцуем все. Опа, как вам, неплохо, да? Ребят, только ради этого уже стоит скачать игру. Так, давайте еще что-то станцуем. А, это просто, о, пацаны, ставим лайки. Пацаны, кто лайк поставил, тот красавчик. Так, также в этой игре можно играть на гитаре. Правда, она невидимая. Так, ладно, ребят, идемте дальше. Так, пацаны, вы видите? Смотрите, там хейтер. Ща ему прострелю зад, маленький негодник. Дизлайки мне ставит. Видите, ребят? Ладно, я тоже никого не вижу. Но в этой игре есть оружие, а также с него можно стрелять. В принципе, ребята, я вам скажу так, что для бета-версии игры это неплохо. Тем более, у этой игры уже более 100 тысяч скачек в Play Market, ребят. Ну, я скажу так, я лично впечатлен. Потому что игра сильно сырая, над ней еще надо очень много поработать. Но если, ребят, доделают все косяки, то игра будет очень-очень крутая. А вот это самая крутая карта в этой игре. Ребят, вы только посмотрите, что я умею, смотрите. Ща, короче, пройду мимо этих шипов и не умру. Смотрите. Ща. Опа, учитесь, пока я жив. Ай, блин, ай, ногу заживало. Нормально, так, я так встряхнулся. Оторвало пол ноги, но мне, ребята, все ни о чем. А вот это, ребят, какая-то непонятная спираль. Походу, спираль от комаров. Так, ладно, идемте дальше, сейчас мы посмотрим, что она делает. Ох ты, блин, я упал. Смотри, как смешно лежу. Ребят, это, короче, тик-так, 1 января. Заходит в квартиру. Да тик-так, братан, ну зачем так много выпил? Ох ты, блин. Ой, ребят, никогда не пейте. Потому что это зло, я лично не пью и вам не советую. Ой-ой-ой, чё-то, кажись, парень совсем перепил, даже на ноги не может подняться. Прямо сейчас на ваших глазах будет смертельный трюк. Учитесь, пока я жив, опа, Паша Бумчик Продакшн. Ух ты, блин, ой-ой-ой, ребят, смотрите, брейкданс танцую нижний, смотрите, ой-ой-ой. Прям вот, блин, ребят... Вроде бы, ребята, игра и сырая, но она мне уже чем-то нравится. Так что, пожалуйста, ребята, поставьте лайк. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. И, пожалуйста, ребята, напишите ваши комментарии, что вы вообще думаете по поводу этого видео. Напишите, ребят, что вы думаете по поводу меня. Можете меня позвать нубом, вызвать на дуэль. Ну, все как обычно. Все, ребята, всех люблю. Всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.